В Актобе арестован народный избранник Бахытжан Ержанов, 57-летний депутат областного маслихата. Согласно санкции суда, 2 месяца проведет в следственном изоляторе. Сам Ержанов долгие годы занимался предпринимательством. Общественности он известен также в качестве мецената, который весной этого года приобрел жилье для семьи, пострадавшей от паводка. А ранее на его деньги в нескольких селах были построены спортивные площадки в рамках акции «Туланжер». В последнее время возглавлял областную федерацию кикбоксинга. Есть информация, что он оказал сопротивление оперативникам при задержании. Органам досудебного расследования Ержанов подозревается в совершении преступления, предусмотренных по статье 190, части 4, пункта 2, то есть мошенничество в особо крупном размере, статье 106, части 1, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и статье 380, части 1, то есть применение насилия в отношении представителя власти.